не скажет. Что касается собак, тех, которые друзья, человечество всего, и мои выходят тоже. Я не очень их люблю, в смысле я их не люблю. Необычный человек как-то ближе и дороже. Взять, к примеру, хоть тебя. Ты обычный человек, нет у тебя хвоста. Ты красива, ты опрятна. Я, к примеру, подойду, дам сосиску, набери. Разве ж ты ее возьмешь в ряд? Как тверда моя любовь к человечеству всему. Как его не полюбить, а? За науку и культуру. Шопенгауэр, Шопен и Эйнштейн, и Эйзенштейн. Что не голова мозги, что не тулово фигура. Но представим, что Бальмонт вдруг встречает Пикассо. Или здравствуй, не привет, обходит энергично и буквально нос сует. Он сует буквально нос. Не могу сказать, куда, просто неприлично. Когда, к примеру, ты говоришь мне, что моя человечность для тебя под большим вопросом поднимаю плечи я, поднимаю брови я. Ну, держи тогда сосиску, милая, без спроса.